Бесплатно, добровольно и на рабочем месте. Самарские работодатели продолжают организовывать вакцинацию сотрудников от коронавируса. Почтовым работникам, например, без прививки никуда. Хоть почтальоны, хоть операторы ежедневно контактируют с большим количеством людей. Наши клиенты – это возрастная группа, которая находится в зоне риска по возрасту, а также по хроническим заболеваниям. В связи с этим хочется, конечно, обезопасить как и себя, так и своих сотрудников. Это можно сделать благодаря вот этой прививке. У нас 20 сотрудников, 10 уже привились. Вакцины могут получить все желающие сотрудники почты. Для этого в здании самарского главпочтамта открылся временный пункт вакцинации. Прививки делают медики из выездной бригады районной больницы. Чтобы в почтовых отделениях не было простоя, прививают почтовиков по графику. К настоящему моменту порядка 400 сотрудников у нас уже вакцинировалось, и порядка 420 человек записалось в ближайшее время на вакцинацию. Тем, кто привился сегодня первым компонентом вакцины, второй этап прививки предстоит пройти через 21 день. Прививка формирует иммунитет против коронавируса и оберегает человека от тяжелых последствий инфекции. Всего в области прошли иммунизацию против новой коронавирусной инфекции уже больше 427 тысяч жителей. Из них свыше 345 тысяч завершили вакцинацию. От темпа вакцинации зависит, как быстро сформируется коллективный иммунитет и как скоро он станет защитой общества от распространения коронавируса. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.